никого не бьют, а убьют. Видишь тот ангар? Да. Там все бомбы. На дом они его не доставляют, поэтому придется войти и взять. Что сделать, это надо решить. Хорошо? А если кто попытается поднять тревогу на шпигу и его свинцом, кем бы он ни был, хоть даже вашей собственной сестрицей, просто убейте сучку. Начали. Я жду и работаю с продавцами. Чем мы тебе надо? Это идея. Кто стреляет? Это собака. Упали постоянно. Чего никто не прикрывает, а? Куда вы все убежали, чего? Как здесь можно быстро бегать, а? Да вы под СМ не запарились. О, снято. Да снимай сразу, чего? Со всех сторон, менты. Все, громадный. Слушай, ты так и вход, да? Ты его ты уже сделал, все? Ты где еще слышишь? Я мент. Менты, это мы. Здесь класс, как там можно бак сказать. О, купить оружие нужно. Я даже нифига не успел купить через этот, да? И сколько раундов?
Нихера себе, если я помню, мне написано, вы убили собаку, без отличия. Прикинь. Че, ну ты опять убежал, слышишь? Да, я вот на раз понял. Если как-то обижать их можно? Да что ты так медленно беги, а? What the fuck? Ништяк, смотри. Алло? Почему они могут испаниться, как меня слышат? Написано нажать Enter, чтобы возродиться ментом. И что, я нажимаю, ни хера. Улетел? Да чё, слышь, я пойду баха. Скоро вернусь. Ой.